наш мозг любит вот так нас потроллить. А вот, закрой ли ты дверь? Ну, а что, надо же тревожиться по какому-то поводу. Да? И вот вдруг повод, да, вот про дверь. Рекомендация такая. Значит, если ваш мозг, значит, говорит вам, дружище, вот есть по поводу чего переживать. Вот, вы ему говорите, ну, если ты прав, давай я это и сделаю. Вот вы, например, и подходя к работе, вспоминаете, что вы... мозг вам говорит, а вдруг вот утюг же гладил же что-то позавчера. Вот если он вам это подскажет, вы себе должны наказать. Окей, звоню всем, что не могу прийти, разворачиваюсь, еду до дома, проверяю утюг, чувствую себя полным дебилом и возвращаюсь обратно. Вот когда вы начинаете со своими страхами, да, серьезно общаться, да, призывать их к порядку, то есть если он вам говорит... Не закрыта дверь? А ну давай, иди обратно тогда, закрывай ее 3 раза. Это, тогда это вот негативное подкрепление.